В случае непредставления декларации по форме 3 НДФЛ по полученным доходам от продажи недвижимого имущества, налоговые органы самостоятельно исчислят налог на доходы физических лиц, исходя из имеющейся у них информации, без учета понесенных расходов. По итогам декларационной кампании за 2020 год в отношении физических лиц, не представивших декларации по форме 3 НДФЛ, инспекции составлено 1222 акта камеральной проверки на 72 миллиона рублей.